Народ, привет! Привет! Вышли пройтись. Вы знаете, сейчас уже практически хорошая весна, и почему-то такой Дубай. 23 всего лишь, 23 в Абу-Даби. Ужас какой-то, холодно как. Сейчас покажем вам райончики. Кстати, очень близко от нас замок Хосен. Замечательный замок, где мы аж два видео сделали. Думали, будет скучно, и застряли там прилично. Ой, как холодно, надеюсь, вам слышно то, что мы говорим. Сейчас покажем вам здесь небоскребы, наш отель, а мужчина, который вот интересно смотрит, хай, на нас, вау, смотрите, как красиво, Наташа, вот оттуда мы пришли, вот там вот наш Котикьярд находится, отель, Котикьярд by Marriott, вот, красиво, похоже, кстати, о, как мужчина побежал там, потому что надо быстро переходить, да, здесь, кстати, очень быстро надо переходить дорогу. И похоже на Дубай, только в Дубае еще разделено полосой. Смотрите, уже бегает зеленый полосой метро. А здесь метро нету. Но здесь есть транспорт, автобусы, такси. А вот там вот мы уже увидели из окна замок Хосен. Ой, зеленый, смотри, здесь машины нет. Ну и хорошо. А, все, уже идем, да? То есть тут, чтобы переходить, тоже нужно, так сказать, клювом не щелкать. Нет, а то может так хорошо прилететь со стороны машины. Тут быстро надо. О, хоть на нас посмотрите. Ну холодно вообще дико, я вам скажу. Так реально, год назад. Маска помогает. Было жара вообще. Вот такой именно холодный ветер. Именно холодный ветер. О, вот. Стоим, смотрим красоту. Ох ты, покручусь пока. Наташа смотрит за светофором. Ой, так увеличим вот эти же, это, смотри, там же разные форт, как бы этот. И стой, подожди, с этой стороны. И еще с какой-то стороны. Это? Да, красиво вот эти, уже машины, да. Поехали. Ну, Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. И вон уже видно Хосен. Сейчас подойдем, посмотрим территорию. В прошлый раз мы были в декабре, и нам дико жарко было. Жарко. В это же время мы утром стояли. Сейчас прошу прощения, хорошая весна. Одеты. Да, все одеты, Наташа в тапочках. Новых. Ну, пока удобно. Очень удобно. Не, ну это скетчерсы, и за такие гроши, за такие деньги я прошу прощения, что должны они вообще тебя гулять. Не говори. Весело. Вот, ждем. Кстати, когда очень жарко, очень сложно дождаться зеленого света. Ты просто уже сгорел, а все еще не перешел. Загорел, да? Да. Смотрите, уже мигает. Вот буквально мы шаг сделали, то очень быстро нужно переходить. Перебегать надо. Классно, люди спешат на работу, а мне не надо. Вот это вот приятно. Ох, вот мы уже заходим на территорию этого наследия. Замка Хосен. Это первое здание Абу-Даби. А вот же он сам. Да. Обязательно посмотрите видео, оба оставлю в описании, честно, стоит, чтобы посетить. Это там мы смотрели, наверное, эти картины, да? Да, картины, помните, тоже классные очень картины, интересные, необычные, вот и про Махиру история же там была. Все же написано. И Хосен, и Фаундейшн. Я надеюсь, нас слышно. Что там мы купальники, наверное, колосятся, да? Наташа еще новый купальник купила, думает, а мы, наверное, на пляж не выйдем, мы сгорим, мы из отеля шаг не сделаем. Да, уж, конечно. Нет, обгореть мы можем. Ой, боже, слушай, пошла бы. Обгореть мы можем, а вот покупаться... Знаете, маска очень в тему сейчас. Да, закрывает. Кстати. Мне не хочется ее снимать. О, вот уже мы... Сейчас показываю. Красиво как. И вдалеке вот он, замок Хосен. Вы и так его видите, мы сейчас просто близко подойдем. О, там какая-то реконструкция замка происходит, что ли. Ну, в районе он, конечно, в балдежном сделал, да, как я говорила в том видео. Небоскребы – это будущее и настоящее, и Хосен – это прошлое, знаменитое прошлое Абу-Даби. Кстати, а воды я не помню здесь. Было. Была? Мы просто сюда не подошли. Мы не дошли. Была еще посредине. Была вода, была. Очень красиво. Красиво, знаете, напоминает воду в Лувре. Все-таки у них ассоциация с водой хорошая. Это жизнь. В пустыне это вдвойне жизнь. Очень красиво.
Давай спустимся как-то сейчас. Давайте с вами пройдемся к воде. А куда ты идешь? А чего? А тут можно? Ну я не знаю. А ты знаки здесь видишь, я не вижу. Да, можно было там. Ой, тут аккуратно, тут такая это, Наташа, чтобы не слететь. Ой, как красиво! Ой, я не знаю, против солнца я снимаю. Не, видно ли? Видно, наверное. Я думаю, видно. Боже, какая красота! Посмотри! Нет, сделано классно, как будто бы оно все. Вообще, да. Мне такое ощущение, что песок и вода. Ну красиво сделано. А там уже солнце. Там светит. Кафешки, слышишь? Это ж мы не дошли тогда вон. Просто такая красота. Да, сейчас подойдем, покажем. А на солнце уже припекает. Да, на солнце сейчас мы согрелись. Но я скажу вам так. Мы согрелись. Вот я в кенгурушке, да, Наташа в джинсовке. Но снимать не хочется. Теперь по-другому, да, чтобы не обгореть. Теперь просто, чтобы не обгореть. У меня блайзер, очки я не одеваю, когда съемка, потому что мне плохо видно, что я в камеру снимаю. Но вот такая красота. Абу-Даби! Ну что, идем? Идем гуляем к Хосену. Я сниму. Честно, все уже, видите, разделись, потому что постали, пофотографировались минутку, уже стало жарко. Разделись, слышишь, вот, я несу. Росинанта. Верный. А росинанта это конь? Да. Слышь, как птички поют, красиво. Вот, сейчас смотри, боже, какие они маленькие. Я думала, это воробьи, это не воробьи. А ты знаешь, какое я сейчас дерево увидела? Потом я тебе покажу. Оно цветет, но без листьев. Конечно, здесь стоит погулять. Цветет каким-то фиолетовым цветом. Нет, способ вообще прикольный. Я бы еще, если честно, если бы бесплатно было, я бы пошла. Ну да, я пошла бы в одно место. Это дирхам 30, да? Ну, 30 дирхам не хочется еще растратить, если честно. Ну, скажем так, это, в принципе, это мало, это где-то $8. Ну да, не, еще ну раз да, сходить посидеть, туда. Посидеть, я считаю, обязательно. Вот мне очень понравилось. Как ну сделали. Да, мы оставим два видео в описании. В принципе, там все сняли, что можно. Там очень, конечно, классно все сделано. Ну, ты же знаешь, я ж не люблю, как бы, быстро, как ты, забежал, и я люблю походить. Наташа чисто. Думает, забежал и выбежал. Блин, мы в Лувре 4 часа торчали, тоже оставлю так видео про Лувр в описании. Торчали. Я уже видео сняла вообще про все залы, тихонечко их прошла. Наташа все еще в первом зале, она просто в наушниках все слушала, она будет все послушать, как бы, ну, обстоятельно все. Это правильно, но мне тяжеловато торчать в таких музеях. Ромашка прошлась со списком. Так, здесь были. Да, не, ну, я же говорю, что, ну, Лувр шикарно, картины, но больше 4 часов уже голова кружится, ты не воспринимаешь картины. Наташа взяла наушники, она слушала, она загрузила там какую-то программу. Мы там все рассказываем, как это сделать. Она про каждый экспонат слушает, там экспонатов миллионы. Ну, нормально вообще, да? Там экспонатов миллионы. Ну, не парижский же Лувр. Поэтому мы сделали этот для себя такой тик, что мы в парижский Лувр не пойдем, потому что мы там застрянем. И Наташа пойдет. А я пойду, наверное, на стадион Пари Сен-Жермен в таком случае. Ну и что ты там увидишь? Я увижу великий стадион. Я уже была, что-то не поняла, что мы там. Так мы не зашли, ты что? Прикалываешься, мы не зашли. А куда там, No Camp или? Ну, No Camp, да, молодец. Я помню. Молодец. А вот, смотрите, величественное строение, что он к нам близко, от вас в камеру далековато. Вот он, замок Хосен. Первое здание Абу-Даби. Класс. И небоскребы. Так, ух ты! Ну а почему нет? Люди едут. Это мы когда были с тобой год назад, больше года, полтора года назад. Вспомни, сюда въехать нельзя было. Это еще и коронавирус. Специальная программка из-за вируса, из-за всего. Как бы тут въехать тяжело было. А сейчас вообще клоезжаем на рецепцию. Наташи, как у туриста, даже программку не спросили. Хотя, когда мы заходили уже в трейд-центр, мол, уже программку везде спрашивают. Уже да. Ну. Такие здесь правила. В Дубае спокойно гуляете, везде входите, в Абу-Даби нет. В Абу-Даби нет, все еще нужна программка. Так интересно, здесь песок, там плиты. Угу. Я уже на плиточке. Честно, у меня уже слезы в глазах текут от солнца. Просто, конечно, все-таки очки, наверное, надо было взять. Какие-то, что видео снимала в очках. Ну, просто очень плохо видно, что ты снимаешь.
вот замок Хоссен, Наташа идет, и хотим показать вам. В прошлый раз мы, кстати, отсюда вот приходили, с того места нас таксишка выкинула. Тоже такие классные какие-то, не знаю, фигуры, что-то означают они, знаете, пишите в комментах. Такие, вам разрезанная земля водой. Даже говорит, только что не упади. Ну да, я когда с камерой иду, я часто не вижу, куда я иду. Что вся съемка через камеру, смотрю только в камеру. Красиво, зелено. В Дубае не так зелено, честно. Есть зеленые места, но не так зелено, как в Абу-Даби и в Аляйне. Смотрите, много очень кафетерий открылось. Кафешечки, просто сидите, наслаждаетесь. Думаю, когда эти лампочки горят ночью, очень красиво. Ой, что-то уже от Наташи я отделилась как-то. Так, ага, вот, все. Надо перейти. Не знаю, я уж так хитренько масочку с носа сбрасываю. У нас в Аляйне вроде уже разрешили, когда ты не внутри здания, а просто снаружи, на улице, немножко маску опускать. Здесь в отеле мне девочка сказала, нет, нельзя. Ну, знаем, штраф 3000 дирхам, 815 долларов. Предлагаю, ну его нафиг. Ну, тут можно посидеть, сесть спокойненько, полюбоваться. Здесь уже опять снова дует, опять снова холодно. Слушай, а знаете, мы... вот такая вот погода. Жарко-холодно, 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 ветер дует. Вот такая вот. Я хочу сказать, слушай, это мы тогда, когда были здесь, да, я смотрела на эти два здания, вот это же я понимала, что это трейд-центр. Ой, интересно, а что там? Так да? Ты же говорила, а помнишь трейд-центр, да, мы теперь там живем, прикольно. Вот такие интересные моменты жизни. Честно предлагаю, одень вот это и посиди, так хорошо вообще, шикарно. Ну да, посидим, сейчас отдохнем тут, позавтракали уже, пора и отдохнуть чуть-чуть, спать шикарные. Хочется. Лапки шикарные. Ну, отлично. Смотрим, как они по выдержке. Ну вот смотрите, друзья мои, вот такая развлекуха классная. Да, сел в теньки, сидишь, классно? Да ты что вообще? Тут бы гамачок еще вообще, или к дереву сейчас прислониться. Сейчас еще просто засел. Отдалю, какой здесь вид шикарный. Спокойствие. Да, спокойствие. Хоссен рядом, замок. Вообще мало людей, птички поют. Сейчас вот в тени хорошо, в курточке. Ветер перестал дуть. Вот такие вот небоскребы. Трейд-центр, где находится наш отель Котик Ярд. Котик Ярд? Котик Ярд. Вот такой денек сейчас. Посидим, наверное, и вернемся обратно в отель. Попробуем дойти до пляжа. Покажем вам. Не знаю, на какой пляж мы попадем. На платный или бесплатный. Покажем. Много видео у нас уже было. Сейчас сами посмотрим, что изменилось. Полтора года мы не были в Абу-Даби. Уже ездили в Дубае. В общем, всем добра, тепла, хорошего дня. Всем пока. Наташ, да. Спишь? Ой, я не сплю, я просто радуюсь. Мне что-то Абу-Даби напоминает Гонконг. Я не знаю почему. Вчера да, почему. Даша очень Гонконг понравился, очень когда мы понравился. Там были. Очень. Дай бог вернемся. Гонконг вообще. Дай бог его ну оставят все. Правильно. Всем пока. Пока.